Тоже 120 показал. Камера. Добро пожаловать на накрытие 2018! Танина, страна Запад! По левую руку от меня, под командованием старшины, и его место блюстителя Майка. Страна Восток! Она сейчас чуть более многочисленна, но по регистрации плюс-минус одинаково, так что не волнуйтесь. Снимают точки. Согласно... Да, согласно карте. Командиры команд, которые до сих пор не получили задание, подойдите, пожалуйста, к командирам сторон для получения задания. А до этого момента можно использовать технику для синей стороны для заброса на точки. Меня вы не можете. У вас рез вот начнем с ровно 12 и резко отсюда. Альфа может дойти. Окей. Дальше. Это БТРы, танки АМТЛБ. Значит, особое внимание обратите на гусеничную технику. И сзади любой техники, даже когда она стоит, старайтесь держать дистанцию, потому что техника стартует резко, это много тонн металла, которое создано для того, чтобы калечить людей. Поэтому, значит, еще раз обращаю внимание, что До или залезть во время движения. До полной остановки техники оставайтесь, даже если вас убили, красную повязку погрузки. Если увидите, что БТР отъезжает, не надо пытаться спрыгнуть на подножку. Повторяем. Средство усиления. Граната, миномет, танк. Активируйте его. И либо стреляете в корпус техники, либо бросаете. Надо попасть, где желательно больше, чтобы человек, который сидит внутри, водитель, когда отслеживает это поражение, это почти не взорвалось. Первое поражение техники останавливается, второе поражение техники подвивает красный флаг и уезжает наверх. В красных повязках. Пожалуйста, постарайтесь в них. Погода вообще идеальная. Не жарко. Пожелаем им удачи, так как командир стороны
также пожелал нам удачи. А вам я, господа, товарищ по команде, не важно, уважайте друг друга и помогайте друг другу в сложных ситуациях. Еще раз всех поздравляю с началом игры. Ура! Ура! Спасибо, старшина! Значит, господа синие, можете выходить на позиции. Господа желтые, ждем 12 для... Вот, отсюда, атака. Если что, у меня там есть. Кого-нибудь оставить рандометчик. Потому что капитан... Мишаня. Не, Мишаня пойдет. Блин. Серега, короче, кельбик не умели. А ты... Я не про Серегу, я так... Потому что у нас возник форт. У меня есть джинсы запасные. Да-да, на, бери мой. Капитан Викторов. Смотри, что вообще делать? Опасно, мы в прошлый раз его чуть не растоптали. Ты смотри, а? Ну по-другому никак. Там сверху дать тянь. Сейчас выходим. Гусары, сюда! Сюда, сюда! Сюда! Гусары, сюда! Одна минута достали! Значит, смотри. 4-4-9. Thank you.
Сзади тебя охуевшая дырка, копайся там. В рот. Нихуя меня посекло! Медик, медик, смотри аккуратно! Готовься отходить назад! Где контакт? Ниже очереди моей, смотри. Давай, Паша! Пошли. Давай, давай, вперед, вперед, вперед! Аккуратно, внимательно! Мониторим зеленку, блядь! Я тоже приеду, у меня команда.
команда целая, тут все из нету, блядь. Мы уж так целенаправленно не валили всех подряд. Аккуратно заходили. А вы какой взвод? Первый. А, я второй. Точка гамма желтая, 12:40. Мы ее взяли. А еще у нас снайпер есть, у вас есть снайпер? Ты через жопу оставил, сейчас... Вижу. Я шел, спасибо. И сейчас наши дотянут, сохранят точку. Да просто вот эти все наклоны, это будет. Смотри, на Альфу. Еще я со своими зеленки. Тогда, я с гекторами, сразу ломанусь на гамму. Навек, ты вместе с нами, если гамма еще будет наша. Да, садимся. Да. Остальные распределяются и в зеленку почищают всю зеленку. Вперед! От гаммы оттеснить. Если желтые займут гамму, мы идем на хаки все дружно. Кто отсюда не выйдет? Thank you.
точно? Ей, спасибо. Там группа, человек 20-30, все с нам. 10 потерялось. Ждем, у нас есть печеньки. Ну, если опять придет, то да. Есть печеньки, где были. Ребенка. Апорта!
Молодец. Видишь, он мне вот и чуть левее. Красота. Все? Только, блин, все белое. Там помоги, страх. Кто ты тут? Смотри, здесь бы так стоит. Подожди, стой. Вот там вот дальше. Идем, идем! Вон там, смотри, вон там, кусок желтый. Минус акум. Акум нужен? Да. Надо, чтобы кто-то здесь держал. Лена, сейчас. Сейчас!
половину сейчас. Потому что половину было на половину мало. Но и пока страхуйте. Потом вы прощаетесь. Тут. Там куста, да, сидит один. Ну, там мы пытались точку пробежать. Да. Но я бреху подбил, потому что на раннем стойке пытались. Да. Сейчас мы не рискнули, чтобы на теле было. Но за лечение там подогнем, как бы не рискнули. Я бью, я на пути. Я вроде такой большой, брутальный, бородатый. А почему ты женщина на танке катаешься? Да нет. Да, сутки. Попали! На следующую игру не они не под дверь настроят. А ты уже настроил, и ты как Шрек.